После новогодних праздников моя кошка начала вместе со мной смотреть кино. Раньше ей абсолютно было неинтересно, чем я занимаюсь, сидя за компьютером, а когда я стала смотреть фильмы, она стала присоединяться ко мне и сидеть так по часу. Я решила показать ей кошачьи мультики. Она тоже смотрела с интересом, но не прыгала на эту рыбку. Наверное, она понимает, что там вода, так как там был звук воды на фоне. А потом я поставила ей видео с птичками. Ты что отключила? Зачем отключила кино свое?